А благодаря этим людям я могу продолжать делать для вас видосы. Так что и вы можете меня поддержать на Boosty по ссылочке в описании. Спасибо. Всем привет, народ! У микрофона Мистер Чейзер. Вы смотрите мой жесплей канал, и наше злодейское прохождение игры Dungeons 1 продолжается. Ну что ж, прошлые миссии были довольно интересные, так что ожидаем миссию часа до полтора. Поехали! Плюш город. Пусть это отвратительно миленькое название вас не обманет, хозяин. В Плюшгороде находится резиденция могущественной гильдии воров. Однако, подхалимские людишки в самом деле осмеливаются залезать под землю. В ваше подземелье, хозяин. Предлагаю отплатить этим негодяям той же монетой и ударить их туда, где будет действительно больно, по кошельку. Обычно воры перемещаются по подземельям, чтобы незаметно перенести свою добычу. Давайте прокопаем ход к их туннелю и перехватим несколько грузов. Караваны грабить будем, значится. Ну-ка посмотрим, как у нас это получится. По крайней мере, звучит это все очень интересно. Именно здесь находится дорога, которую выбрали воры, чтобы переправлять свою добычу. Хозяин, нам нужно как можно быстрее завладеть проходом и там расправиться с ворами. К счастью, эти жадные мерзавцы работают точнее часов. Мне без труда удалось выяснить, что повозка проезжает каждые несколько минут. Я записал время проезда и буду каждый раз при появлении новой повозки сообщать вам об этом. Ах, хозяин, теперь у нас, кстати, есть доступ к ловушкам. Воры любят обезвреживать такие ловушки, хозяин. Я уже говорил, что обитатели поверхности все сплошь сумасшедшие. Так, ну это да, но то, что у нас открылись ловушки, это очень классно. Так, давайте сразу взглянем на карту, глянем, что у нас где происходит. Это что такое? Пентаграммы, просто так пентаграммы? Ну ладно. Мы не то чтобы против, так, первая яма есть у нас, кто это? Шестиногий зверь, кто это, мать его, такие? Так, фонтанчик есть, входы-выходы. Ну что, погнали поисследуем некоторые тут наши владения, да? Сразу же повызываем себе соплячков, да? Да, гоблинов сюда быстренько. А то у нас их вообще ноль. Как это так вообще возможно? Кто у нас будет заниматься обустройством наших катакомб? Так, и что это такое? Тут просто место какое-то пустое. Давайте копать. Сразу же копать. Ядрить копать. Так, что мы должны сделать вообще здесь? Банда через 12 минут будет, да? А нам надо остановить 8 банд. Еще у нас тут чертовы герои будут идти. Так, а где у нас входы, герои, выходы? Ага, вот еще лягухи у нас есть, да? Гигантские лягухи, хорошо. Так, тут у нас через 8 минут пойдут ребята. Да нет, это все ломится, 4 минуты. 4 минуты. Блин, ну мы, кстати, можем закрыть какие-то входы-выходы. У нас же теперь есть скилл классный, да? Шикарный. Так. Шестиногий зверь. Слушай, выглядит прикольно, как кабанчик какой-то. Так, ну давай сюда сгоняем. Ага, тут тоже закрыто. Тогда вызываем еще соплячков. И копаем вот здесь все. Надо сюда докопаться. Там, по идее, та дорога, которая нам нужна. Если я правильно помню. Да, вот она снизу. Нам надо как-то еще, наверное, эти поискать в округе. Всякие интересные места. Логово, например. Там всего лишь 24 предел населения, да? Что не есть, хорошо. Так, давай тут погуляем. Почилим. Опа, золото. Это всегда пригодится. Хотя у нас его и так много, 1000. Но лишнее тоже не будет. Так, вызываем еще сопляков. Мы можем 6 иметь в запасе. Поехали. Ну, тут тоже золото. В принципе, неплохо. Хорошее место. Так. Тут еще какой-то проходец где-то был, да? Нет? Ну-ка, давайте проверим. Сейчас наша святая задача это заняться исследованиями. Посмотреть, что у вас вообще в округе у нас тут находится. Так, ну тут вы копаете, копаете, это хорошо. Сюда сейчас прокопаемся, будет интересней. Так, логов монстров новых я пока не обнаружил. Давайте еще сюда копнем, чтобы у нас был проход. Наличие объекта. Какого объекта, непонятно, насрать. Так, еще сопляков сюда. Так, у нас тут есть комнатка хорошая. Тут у нас есть тоже интересные вещи. Отсюда ломятся герои. Ну, в принципе, пока они слабенькие. О,
А, тут этот будет, я понял. Придурок, короче. Пока они у нас слабенькие, в принципе, переживать нет смысла, да? Эй, ты! Да, это я. У меня есть задание как раз для такого немощного коротышки, как ты. Здесь находится логово монстров, которое никому не принадлежит. Уничтожь его, или, как наверняка поступит такой слабак, как ты, захвати. Не, ну зачем уничтожать, если можно захватить, реально? Чудовищный минус. О, это мы пойдем заберем, да. Так, тут у нас еще одно место, да, где герой будет вылазить. Так, ну туда надо как-то прокопаться, я так подозреваю. Поехали. Испытание пройдено, сборщик золота. Что за испытание? А, подожди, насчет этого. У нас же есть очки прокачки. Так, это сейчас мне не интересно. Лечение тоже, наверное, не интересно. Невидимость. Так, страж у нас улучшенный. Можете прыгнуть и так выбитых из колеи героев в глубочайший личностный кризис. Заставляет героев разозлиться на вас и ваше подземелье. Ну это херня. Дешевые объекты, преобразование... Блин, какой же бред. Монстры и ловушки, хорошая штука. Заморозка. А, улучшенная сопротивляемость. Может сопротивляемость грейдануть себя? Или какие-то фаерболы? Давай, наверное, круговой удар прокачаем. И что-то возьмем от этого. Улучшенный урон... Огненная вспышка. О, урон 5%. Это мне подходит. То есть повышается урон. Это классно. Это я люблю. Это мы любим. Это мы берем. Как говорится. Так, еще у нас тут есть вот такие скиллсы. Во. Так, давай, наверное, ловкости немножко качнем. А то совсем как-то я хреново попадаю по врагам. Так, и плюс у нас есть еще интересные всякие свитки. Угу. Так, ну логово надо сейчас забирать, потому что если мы сейчас его не заберем, то будет потом плохо. Так, насчет этого, у нас тут ломятся, да, герои, вот тут они насыщаются, и тут пентаграммы. Давай глянем, какие у нас вообще пентаграммы есть. Ловушки появились, класс. Давай шестиногого зверя сюда где-нибудь влепим, вот прям. А сколько он, дорогой, нет? Уровень населения 3. Ну да, не дешевая срань. Вот сюда давай тебя. Гигантские лягухи. Откуда они еще ломятся, напомните, пожалуйста. Отсюда, да? Тут можно... Это что за херня? Каменный страж? Что это вообще такое? Так, тут можно где-то и лягух сделать им на проходе. Расширить свою сферу влияния такими темпами. Так, погнали сюда. Это что у нас такое? Че это за срань? А кто это? Крылатый змей. Левел 23. Что-то они ваншотные какие-то. Ну ладно, меня устраивает. Так, здрасте. Они меня кусают. Ах вы твари. Сейчас я вам покажу, как тут в нашем подземелье драться надо. Так, тогда пентаграмму преобразовать. А убить это... А, ну вот мы можем змеев себе забирать, да? Так, давай заберем себе пентаграмму лучше. Ну, это плюс к населению, во-первых, плюс змеи крылатые. Почему бы, собственно, нет? Так, поперли герои к нам в подземелье. А, не может не огорчать, да? Тут еще герои какие-то, я вижу. Пошли. Так. Прекрасно, прекрасно. Теперь этот крупный рогатый олух на время успокоится. Ну, очень надеемся на это. Мы снова можем заняться ворами, хозяин. Правда, пока ни одного вора не обнаружено. Давай тут лягушку поставим. Вот так. Пусть она развлекает героев местных. Так, это наша территория? Да, хорошо. А, ну этих змей давай добьем. Чё они тут себе удумали? Хорошо. Все, логово наше. Лимит населения у нас повысился. Шикарно, можем уходить. То есть, по идее, это все. Так, вот еще логово. Подземный прудик. Так, слушайте, а надо бы на него, для него как-то копнуться, да? Я так подозреваю. Вот прям здесь можно копнуть. Вот, давай здесь. Будет классно. Так, подземный пруд. Давай, наверное, пойдем домой потихонечку. Так, тут герои чилят, тусят. Всякие интересные штуки есть. Так, огненная ловушка. Давай сюда. Она как работает? Инстантно? Наверное, не знаю. Так. Собаки у нас тут чилят.
Герои вообще у нас где-то есть или нет? Они как-то ходят у нас по подземелью или вообще насрать на все? Так, лягухи тут флексят. Блин, я немножко путаюсь в этой карте, где что, что вообще происходит. Так, тут какое-то закрытое место. Тут есть пентаграммы каменных стражей. Можно будет их себе потом забрать, видимо, да? Как-то. Так. Где там это было логово? Вот оно. А, нет, мы к логову копаемся вот отсюда. Да, все правильно. Так, кто с кем дерется? Ага. Слушайте, а у нас есть вообще... 500. Да, давай стражи вызовем и прокачаем монстров. Чтобы они были на уровень выше. Ух, капец, у нас страж другой стал. Охренеть, что это такое? Это колосс. Радоски или нет? Жесть. Так, надо какие-то завлекалки сделать. Так, ну герои пока собак убивают наших. Они, кстати, скоро прокачаются. Из неприятных моментов таких, да? Так, клетки всех размеров. Хорошо. Так, герои тут лазят. Слушайте, а тут комнаты, получится, для героев никакой нет, да? То есть они отсюда выходят и все. Давай мы для них тут комнатку подготовим. Вот такую. Пусть будет. А, кстати, вот еще комната какая-то есть. Оружейная. Орочие барабаны. Интересно. Скелет в котле. Ну, как бы... Каменные скамейки. Ну, давай скамейки лучше поставим сюда. Вот. Пусть они сюда идут, чилят. То есть они будут убивать лягушек здесь, по идее. Как-то так. Так, герой тут у нас лазит. Ну, что-то у него как-то совсем мало. А что ему надо вообще? Тут у нас библиотека, как я погляжу. Библиотека — это не то, что нам надо. Да вот этот чувак, по идее, в библиотеку должен идти. Так, у нас 3 слота всего, кстати. Нам бы это, энергии душ как-то пополнить. И вообще нам надо вниз копаться на самом-то деле. Да? Или да? Что-то собаки наши быстро сдыхают. Давай еще прокачаем. Так, у нас есть еще, кстати, змеи. А что они делают? Воздействие. Никаких воздействий. Вот хрен его знает. Ну просто летучий змей. Давай тут поставим, пусть будут. Пусть летают. Я не знаю. Так, нам нужно как-то вниз это копнуть, да? Вот проход я вижу один, вот второй проход. Таверных ругают ваши подземелья, хозяин. Да пусть они там задохнутся в своих тавернах. Так. Ага, тут вход. Для героев какой-то. Сопляков больше. Спасибо. Так, ну тут, я думаю, можно нам, в принципе, и копнуть сюда как-то, да? Сейчас разберемся, какая-то комнатка интересная. Так, кстати, вы вверх копнули? А что так долго, ребят, я не понял. Мы должны уже забрать этот подземный прудик себе. В чем проблема-то? В чем ваша проблема? Так, ну хорошо, тут дерутся вроде неплохо. Еще давай змеюк здесь сделаем с левой стороны. Для симметрии, так сказать. Так, комнату выкопали, отлично. Так, сундучок. Или не надо сюда сундук. Давайте сделаем, кто у нас тут вообще выходит. Ну-ка, давай посмотрим. У нас тут выходят бойцы и маги. 50% шансом, то есть неважно. Могут и бойцы, и маги выйти. При упоминании вашего подземелья у героев сводит челюсти от скуки. Так, тут оружейное, а давай тут затем заделаем библиотеку, а? Как вам такой ход? Тут библиотека будет. Герои разозлились и отправились к сердцу вашего подземелья. Да хозяин. Пошли они нахрен, эти ваши герои. Херовые Товарные герои. Товарные лягушки нападают на вашего стража, хозяин. А, да? Ну, мне кажется, он их там угомонит. Так, ставим сюда библиотеку. Сюда надо поставить еще завлекаловки какие-то, да? Вот такие, например. Или давай вот так. Все, сейчас они сюда будут заходить. Это библиотека. Тут у нас оружейная. Шикарно. Так, тут надо копать дальше. Ребят, копаем. Мы должны копать. Скоро пойдет караван. Через минуту. Так, убили его. Молодцы. А что у нас в тюрячке? У нас тюрячка есть, да. Кстати, ее можно и расширить. А, мы так не можем. Она тут стоит вплотную. Угу. Угу. Только так можем поставить, да?
А, тут эта херня стоит. Давай уберем. Она мешает. Вот так-то. Так, теперь у нас 4 слота. Опа. Золото. Хорошо, хорошо. Это нам пригодится. Так, как и сопляки новые. Так. Это что такое? Слизняки тут? Амеба. Хозяин, внимательно следите за этими амебами. По-моему, что-то с ними нечисто. Это да. Они как-то пахнут не очень дурно. Ну, бей его. Чё так долго? О, другое дело. А, они размножаются. Помогите. Ну, как бы, ладно. А они, типа, всегда будут размножаться или нет? Так, нам сюда надо копнуть. Хозяин, опа! Первые воры готовят свою повозку. Выбейте из них золото и бейте изо всех сил. Понял. Бить очень больно. Это мы умеем. Сейчас сначала амёб побьем. Так, нас захилиться бы немножко. Ну, чё их так много тут? Ой, помогите, бьют! Эй, ты! Да, это я. У меня есть задание как раз для такого немощного коротышки, как ты. Здесь находится еще одно независимое логово монстров. Я такого терпеть не намерен. Покажи им, кто в подземелье хозяин. Окей, сделаем в наилучшем виде. Сейчас главное только не помереть в процессе. Надо пойти похилиться срочно. Блин, а ребята сейчас уйдут, а мы даже копнуть не успели. Охренеть. Ну вот, они сейчас бегут, а мы ничего сделать не можем. Оп, 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 бегом, 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 бегом. Бегом сюда. Давай, бегом. Повелитель, бегем, бегом. Ты что, так медленно бегаешь? Беги. Ладно, давай четверку. Все, побежали. Нельзя дать им уйти. Какого хрена они убегают? Стой! Стой, сука! Ага, попался. Так, давай неуязвимость. А, это миньоны. Ну, тоже пойдет. Миньоны тоже нормальная тема. Все, насколько они крепкие? Контрабандист. Первая группа уничтожена, хозяин. Я позволил себе отправить золото в вашу сокровищницу. О, жаднейший из жадных. О, это да, это я. Что-то не особо они и плотные. А тут какая-то сеть туннелей или что это? Ты смотри, тут сколько всего, да? Какие-то, мать его, гробницы вообще. Причем до хрена их тут. Так, ладно, погнали. А слизняков мы как-то вообще убить можем или или нет? Ну да, тут есть проблемка с этим. Они размножаются, типа, бесконечно или нет? Мне вот интересно. Так, ну смотри, вроде как перестали, да? То есть вот самые маленькие получаются, слизняки и все. Да, вроде нормально. Давай еще миньонов. Пусть скелеты дерутся. Скелеты со слизняками, вот прикол, да? Да, так, давай еще тут копнем, ребят, чтобы мы проходили. Герои стали сильнее. Ну, это как-то мне насрать на это. С высокой колокольни, давайте так скажем. Один из ваших гоблинов умер, хозяин. О, ужас! Один из ваших гоблинов умер, хозяин. Да почему это происходит? Насрать. Так, тут вообще у нас какая-то хрень происходит. Дикий флекс. Давай прокачаем монстров. У нас как-то слишком маловато этого. Энергии душ, да? Да, мне кажется. Так, давай немножко подхилимся. Ага, хорошо. Жалко, кстати, у нас еще мана медленно восполняется. Мне бы какой-то скилл на восполнение маны прям очень бесит. Так, банды контрабандистов появятся через 3 минуты. Хорошо. А, и еще нам надо логово почистить новое. Это да, это я помню. Сейчас сделаем. Короче, слизняки, я вижу эти... Они здесь как-то размножаются или что? Не совсем понятно, то есть они вроде как увеличиваются, но все равно некоторые умирают. Типа все равно убить их представляется возможным. Какая-то матрешка из слизней получается, да? Но убить их можно.
Типа вот, все, это вроде готово. Последнее. Все, вроде дело сделано. Один из ваших гоблинов умер. Да что ж такое-то? Почему вы умираете? Что ж вы себя не бережете-то? Так, где там у нас это логово? Давай сюда копнем. Или нет, подожди. Сюда копнем и вот так, вот. Так, где-то мне надо логово захватить еще одно. Я готов, я жажду захватывать. Вот это? Блин, а как сюда пробраться? Ну, кстати, скорпионы какие-то лазят. Гигаскорпион. Угу. Наверное, как-то отсюда это надо делать, да? А, чё? Кто меня бьет? Герой? Коварные людишки нападают на вашего стража. Ой, это они там... Зубы себе поломают об стража. Так, давай тогда копать сюда, ребята. Еще сопляков больше. Надо, кстати, больше сопляков нам получится взять, да? Но у нас пока не хватает энергии душ. Ну, сейчас будет. Сейчас страж там разберется, я надеюсь. Давайте поможем ему, что ли, я не знаю. Чуть-чуть, самую малость. О-о-о-о, давай-давай-давай, толпой-толпой. Хилится скотина. Не, ну зато сейчас энергии душ много подъедет. Это хорошо. Единственное, плохо то, что у нас подземелье какое-то странное здесь. Вот не знаю, как вам это объяснить. Какая-то херня тут происходит. Кстати, сейчас банда через минуту будет. Надо успеть это сделать. Давай, наверное, скелетиков сюда. Во, другое дело. Ну, стражу вообще хорошо. Мы его вроде прокачали. Он вполне себя чувствует хорошо. Он мощный. Так, этого добиваем. Испытание пройдено, накопитель. Это типа золото, да, или что? Кстати, а мне за это что-то дают? Да, очки навыков дают, класс. Давай тогда прокачаем урон. И еще урон, 15% урона, охренеть. А это дали? Да, очки дали такие. Давай телосложение и интеллект. Это больше маны, если я правильно понимаю. Так, ребят, копаем. А хотя подожди, какой... Не, ну да, правильно, копаем, копаем. Надо как-то сюда попасть. Но это не так-то просто. То есть, не совсем понятно, как туда попасть. Вот через этих стражей, по идее, да? Сейчас побежим вниз. Там сейчас новая пачка контрабандистов появится. Вот мы сейчас развалим и пойдем дальше. Разруливать ситуацию. Так, погнали вниз. Кто куда? А я вниз. Они же отсюда появятся или как? Или нет? Вот тут какая-то дырка еще. Еще одна шайка воров отправилась в путь с явным желанием обменять золото на ваши сильные удары, хозяин. Отличный обмен. Равноценный, я бы сказал. Ну, давайте обменяем. Так, тут можно, кстати, золото покопать. Раз сопляки у нас ничем не заняты, так давайте займемся этим. Так, тут они наконец-то копнули. Давай тогда пойдем сделаем здесь логово лягушек. И тут еще одну. Ну, хотя они могут достать, кстати. Кстати, могут достать, да. Так, привет, парни. Hello. А какого вы уровня? А вот хрен его знает, не совсем понятно. Ну, я практически их ваншотаю. Ну, да. Почти. И эту шайку воров вы без усилий уничтожили. О, властелин зла. Ваше золото будет немедленно переправлено в сокровищницу. Чё-то миссия довольно такая, знаете, простенькая, что ли? Испытание пройдено. Алчное нечто. Класс. А что мне за это дают? Наверное, свитки вот эти бесполезные, да? Типа стрелы всякие там, шары огня. Не, ну как бы они полезны в каком-то плане. О, подожди, а мы можем тут ловушки делать? Нет, только, наверное, в нашем подземелье. Которое считается нашим. Так, насчет ловушек, кстати. Давайте-ка сделаем ловушка с копьями. Здесь. Кстати, здесь. Медвежий капкан. Слушай, звучит прикольно. Давай прям на входе поставим. Хорошо, пусть будет. Это кто там? О, это герой пришел к нам. Давайте мочить его. А, клинковая ловушка. Вот еще такая хрень у нас есть. Путь закрывает другой объект. Ну, бывает. Вот сюда давай тогда поставим. Так, что еще есть? Ловушка с копьями. Тут все закрыто, я не могу строить ловушки. Ну и срать на них. Так, погнали сюда, у нас тут что-то есть интересное. Ага, стражи. Каменные стражи пришли мочить моих лягух. А зачем? Кстати, можно прокачать монстров. Давай.
Шикарно. Теперь мы немножко сильнее. Да, стражур жесткий. Ты смотри, что он творит. Непростая срань. Очень непростая. Хозяин, эти отвратительные вероломные воры нашли себе новую дорогу. И в будущем вы не сможете с точностью определить, по какой дороге они пойдут. Да ё-моё. Самое главное, то, что они будут мертвые. Хорошо. Так, что у нас тут? Золотишко есть? Ваше подземелье рассматривается только во вторую очередь, хозяин. Какие-то стражи пососны. Что они вообще тут делали? Нахрена? Давай убьем их. Так, немножко бафнемся. Потом вызовем, наверное, скелетиков. Так, у нас 3 минуты еще есть на погулять. Кстати. А скелеты есть вообще? Или они уже все, померли? Что-то быстро. А, вот у мой скелет один. Он-то пошел убивать героев. Ну правильно, мочи их. Так, минус стражи. Смотрим, что у нас здесь происходит. Опа! А вот и логово скорпионов, кстати. А давайте-ка мы его заберем. Кстати. И надо как-то сюда копнуть, да? А или, может быть, пройти можем? Давайте-ка глянем. Но логово скорпионов заберем по-любому. Так, тут какой-то проход героев. Закрытый, кстати. Будем открывать его? А давай откроем. Открыть новый вход. Похер, пусть будет. Там скорпионы у нас будут сейчас. Ничего страшного. Вот. А, почти, почти. Давай тогда... шестиногих зверей сюда поставим еще. Пусть герои идут через эту всю срань и умирают. Так, а тут мы что делаем? Во, шикарно. Так, а тут мы с вами копаем. Просто тупо копаем, да? Вот так просто. А как туда еще попасть? Никак. Так, а комнаты какие-то будем тут делать? Давайте заделаем какую-то комнатку, что ли, ради приличия. Чтобы они сюда зашли. Пофлексили. А кто там выходит вообще? 50-50. Бойцы в основном. Значит, оружейную тут заделаем. Вот. Я сюда пошел фонтанчик. Типа, ля, какой фонтан. Целительный источник. Боржоми, блин. Так, хорошо. Какие-то каменные плиты тут. Не, на самом деле, для монстров у нас сейчас слотов прям очень много. Это хорошо. То есть можем их тут нахреначить, мое почтение. О, скорпионы появились, кстати. Давай сюда где-нибудь. Ну, я не знаю. Я, правда, не совсем понимаю, какие юниты против кого полезны, да? Вот есть у меня такое непонимание. Но, в принципе, думаю, по центру скорпионов можно поставить. Пусть будут. Лишним точно не будет. Так, что у нас тут? У нас 9 минут еще на это задание с этим логовом скорпионов. Надо что-то делать. Давайте, ребята, копаем интенсивнее, интенсивнее. Резче, резче, так сказать. У нас, кстати, маловато энергии душа. У нас есть кто-то вообще в клетках? Нет, никого в клетках нет. А какого хрена? Убивайте его. Но они, я так вижу, не успевают даже это... в свои библиотеки походить. Давай тут всякую херню поставим, чтобы они тут удовлетворяли себя. А, только один объект. Ну, давай тогда сюда вот такую хрень поставим. Бля, какая библиотека классная, да? 320, нормально. О, ха, помер. А нет, не помер. Было бы Так он помер или нет? Я не понял. Он типа воскрес? Какого хрена? Так, 20 секунд там осталось до этой контрабандистов. Блин, надо их тоже не зевать. И к скорпионам как-то пробиться надо. Тут ребятки тоже скоро выйдут. Комнатку копаем мы, нормально. Так, тут у нас будет оружейная. Мы это уже решили. Давай какую-то печь поставим жесткую. Вот так. Шикарная стойка с доспехами. О, да. Только шикарные будут. Вот так. Да-да. Двигается еще один груз золота, хозяин. Как-то уже почти скучно становится. Вот это, кстати, полностью одобряю. То есть реально все одно и то же по одному и тому же сценарию. Реально скучно. Так, давай, 4. Побежали. Так, мы идем вот сюда. А, ну они просто немножко ниже пошли, типа, какие проблемы? Вот тут их и примем. Главное просто вовремя, так сказать, немножко их подрезать.
Вот и все. Тем более под бафом, бля, как он бегает, наш повелитель. Уа, спидранер прям бежит убивать всех. Сюда, стоять! Закурить есть? Лучники. Жестко. На тебе ядовитую стрелу. Хотя можно было без нее, наверное, обойтись. Так, давай мне сюда скелетонов. Пригодятся, парни. Добыча. Ну, такое. Банда мертвых женщин. Боги троицы любят хозяин. Да. Вы уничтожили и третью группу воров. А я пока на всякий случай приготовлю метелку для пыли, чтобы почистить ваше платье. Какое платье? Чё? Я не из этих. Не подумай неправильно. Я не из этих. Так. Ну, пошли домой. Тут, кстати, тоже что-то есть, да? А ну, дай глянем. А, тут проход героев, да, кстати. Только он какой-то бесполезный, как по мне. Так, у нас там время тикает. Тик-тик. Время тикает. Сопляки везде копаются. Молодцы. Хорошо. Герои тут до сих пор так и не вышли. А комната им готова? Ну, почти. Так, стойка с доспехами. А затем... Трещащие по швам оружейные ящики. Типа прям, ай, как много тут этих ящиков. Прям очень много. Еще стойка для доспехов. А, только одна, да? Или подожди. На вас нападают! Только одна, да, может быть? Зато можно вот такую вот хрень заделать. Веселая. Веселая? Световая машина. Хорошо отсортированный набор инструментов. Вот, давай сюда. Наковальню сюда еще поставим. Глянь, какое место. Раздолье просто. Так, что у нас тут? Ну, ребят, ну вы должны были еще вчера то все выкопать. Ну как, что так долго? Жалко, я вас шлепать нельзя. Кстати, там скоро этот герой выйдет, да? Палпадин, да-да-да. Так, наш страж нормально себя чувствует. Монстры тоже чилят. Давай больше гоблинов. Слишком мало гоблинов. И еще разок. Вот, шикарно. Все, 8 гоблинов, думаю, мне хватит. А то что-то как-то, знаете, они бегают типа по подземелью, но как-то, ну, не особо эффективно работают. Как мне кажется. Так, тут все есть, тут все хорошо. Тут все шикарно. Знаете, что-то как-то даже легко стало. Вспоминаю просто я одну душную миссию, которая была давным-давно, да? А сейчас как-то даже, ну, изи. Тип того. В тюрячке никого нет, а жаль. Что-то они как-то быстро помирают, или мне кажется. Герои стали сильнее. Ну и пусть. То есть вот сюда они зашли, в принципе, это что у нас? Библиотека. Нормально все, в библиотеке, как я понял. Кусок позвоночника валяется просто так. Ладно. Блин, долго же вы копаете, ребята. Вот вас бы как-то прокачать. А может у нас есть какая-то хрень на прокачку? Сопляков именно. Можно ли их сделать как-то быстрее, что ли? О, улучшенная защита тоже можно будет взять, кстати. И свет вокруг героя, кстати, можно будет тоже взять. Ну, вокруг повелителя. Есть ли скилл, который улучшает... Во! Блин, туда пока дойдешь. Скорость рытья, размер рюкзака. Вот, эта штука нам нужна, очень даже нужна. То есть надо вот это вот будет в следующем качать. Все. Боевые навыки прокачали. Навыки, как это говорится, улучшения прокачали. Теперь давайте навыки строительства качать. Нам тут надо будет вот улучшить, получается, преобразование пентаграммы, потом улучшенные пентаграммы. О, кстати, да. Расширяет сферу влияния. Вот это классная штука. Блин, а что я только сейчас заметил это? Вот улучшенная пентаграмма это то, что прям нам нужно. И сопляки тоже улучшенные. Да. Невидимость. Ну это херня, мне кажется. Невидимость это ваша. Повышение потребностей героев. Ну это тоже нормальная тема, кстати. Ну сейчас особо не нужна. Типа вот самое лучшее это пока сопляки и вот этот скилл. Улучшенная пентаграмма. Блин, мы будем сюда заходить сегодня или как? Там уже минуты, 3 минуты осталось. О, поехали. Так, скорпионосы. Не мешайте, пожалуйста. Ага, забираем. Вы там со скелетами деритесь, а я тут пентаграмму вашу заберу. Вы ж не против? Думаю, что нет. Эй, а, они прервали меня. Ну, придется вас поубивать. Да, они мешают сильно. Ну, придется тогда с
скорпионосов немножечко отправить на тот свет. А то они как-то слишком мешают. Но время у нас вроде еще есть. Да, и банда скоро появится. Все, забираем пентаграмму. Тут еще пара скорпионов, ну срать на них вообще. Я так понимаю, сейчас еще вот это задание будет, да, у нас получается с этими стражами. Тоже надо будет забрать, по идее. Ну или нет. Ну там тоже, видите, как бы свое логово считается. Прекрасно, прекрасно. Теперь этот крупный рогатый олух на время успокоится. Мы снова можем заняться ворами. Отличненько. Так, ну я побежал. Сразу надо бежать, потому что тут капец. В этой игре, на самом деле, знаете, что вы играете не за вселенское зло, а за вселенского мальчика на побегушках получается. То есть вот реально вы бегаете, как в попу ужаленный по всему подземелью. Не есть хорошо, на самом деле. Так, ну тут нормально уже, да? Скорпионы. И прочая срань. Едет еще один груз золота, хозяин. Выбейте у них из голов все глупости. Отлично, сделаем. Я бы хотел прокачать монстров, но нам не хватает энергии душ. А че так мало вы их убиваете, а? Надо интенсивнее, сильней, больней и так далее. Так, скелетончиков, давай сюда. Вот. Опа. Тут есть еще несколько пентаграмм. Они не используются, они ничьи. Позаботься о них и займи их. Неужели это никогда не кончится? Хороший вопрос. Один из ваших монстров только что победил героя. А ну стой. Далеко собрались? Так. Монстры. Чертовы монстры. Это вы монстры. Что вы делаете в моем подземелье? Ну ты же сюда. Снова в нашу сокровищницу течет золотой поток, хозяин. Шикарно. Я позволил себе перевести половину на ваш секретный банковский счет. О, это тот самый швейцарский счет, про который я слышал. Когда-то. Хорошо, швейцарский счет нам тоже пригодится. Так, окей. Что у нас вообще происходит здесь? А, еще нам надо, да, три пентаграмма преобразовать. Да ё-моё, можно узнать, нахрена нам это вообще делать? Ах. Кстати, это наши скорпионы. Хозяин, а, тут в ваше подземелье спустился паладин. Че, серьезно? Ну, спустился и спустился. Че бубнить-то? Так, есть у нас какие-то новые очки навыков? Не-а. Не-а. А задания какие-то, может быть, выполним, а? Сейчас. Где там квестики? Журнал заданий, вот. Откройте все входы для героев. Найдите все спрятанные сокровища, даже не знаю, где они. Не дайте ни одному вору уйти. Соберите не менее 8 разбросанных по карте сумок с сокровищами. О! Не создавайте кучу сокровищами. Ну, я вроде и так делал. А тут наоборот, да? Ха. Так, 25 героев убить. Ни разу не должно воскресить вас. Уровень славы. Повелитель гоблинов. Не менее 12 гоблинов. Ну, самое интересное, как я вижу здесь, в принципе... Это тупо открыть все входы для героев. Ну, блин, все? Прям все? Ну, не знаю, не знаю. Может, и открою, а может, и нет. Вопрос как бы такой себе. В тавернах ругают ваши подземелья, хозяин. А как туда попасть? Подожди, тут вход где-то здесь. Одну секунду, а как туда попасть? Вот сюда, наверх. Где проход? Хозяин, кто-то нападает на вас. Да срать на него я хотел. Ну, нападает и нападает. У нас тут монстров до хера, они справятся. Давай мы, наверное, сюда еще кого-нибудь добавим. Не, крылатых змей, давай вот этих вот шестилапых чуваков. Сюда давай добавим. И тут комнату вроде когда-то хотел делать, но и срать на нее. Ну пусть там чилят. Да, тут копать нельзя. И как туда попасть?
Наверное, как-то только вот отсюда, да? Ну да. Походу, только так. Ну, тут 3 пентаграммы. Ну, заберем. Какие проблемы? Отсюда вообще герои когда-то выходили или нет? Мне вот интересно. Тут как бы таймер идет, но героев ни одного так и не обнаружено. Тут вроде какой-то чувак есть. Типа, знаете, комнаты вроде есть, все есть, а героев нет. Где они? Так, копать. Я сказал копать. Так, у нас еще сколько там? 4 банды. Ё-моё, какая же долгая миссия. Вот на самом деле здесь сделай банд 6, а не 8, да, чтобы было в задании. Было бы лучше. Кто там к сердцу подземелья? А, герой пошел. Ну, сейчас он сдохнет. У него там осталось 44 хп. На. Ты просто тупо затопчет его и все. Нападают на вашего стража, хозяин. Да убей его. Что-то долго так с ним справляешься. Так. Герои разозлились и отправились к сердцу вашего подземелья. Ой, ну пусть идут, хоть немножко нас развлекут, а то что-то как-то слишком скучно. Монстрам даже не с кем подраться. Давай, кстати, прокачаем. Раз, их, и все. А герой это 19-го левела уже, да? Да. А максимально 30-й монстр. Охренеть, тут получается уровней до хрена может быть. Герои разозлились и отправились к сердцу вашего подземелья, хозяин. Ну ничего страшного. Нам бы энергии душ немножко больше, да? И можно было прокачать монстров, а то они какие-то слабенькие. Ну я думаю, там страж справится, в принципе. Он для этого и создан. Справляться с такими проблемками. Хозяин, опа. Воры изменили свой график движения. Они снова отправили груз. Боюсь, вы больше не можете полагаться на мои данные. Ладно. Так. Ноги в руки побежали. Хорошо, что у нас есть вот этот скилл, да? Проворство. Скорость плюс 100%. Бежим, просто роняя кал. Герои разозлились и отправились к сердцу вашего подземелья, хозяин. Да они там на ловушках умирают вообще. Вон, тупо горят на ловушках. Зелье здоровья. Вкидывают. Ну, мы можем сюда еще монстров, в принципе, подкинуть. Типа, why not? Опа, привет, ребят. Как насчет немножко скелетов? И отправились к сердцу вашего подземелья, хозяин. Так, это получается какая пачка? Пятая? Четвертая? Я слышу вопли и стенания воров в вашем подземелье. Ха-ха-ха! Прекрасно! Пусть это послужит им уроком. Просто так золото через наше подземелье не провести. Отлично. Так. Пошли к нашему сердечку, посмотрим, что тут так много героев и что они себе тут удумали. А главное, какого хрена они тут делают, а? Да, не хватает немножечко энергии душ нам. Но сейчас вот этих ребят рипнем, и будет хватать. Так, а что у нас там с монстрами? 4 минуты осталось, кстати, надо успеть. Ребята. Так, давай, этого забираем. Ага, забрали, хорошо. Этого тоже рипаем. Так, с этим ты сам справишься. Испытание пройдено, кошмар героев. Отлично. Это нам свиток дали за это, да? Так, теперь бежим сюда. Герои разозлились и отправились к сердцу вашего подземелья, хозяин. Да насрать на них. Так, это была пятая банда. Осталось еще 3. Блин, слушайте, как-то долго тут все происходит. Ё-моё. Так, ну банда через 4 минуты, а на пентаграмму у нас еще, в принципе, с вами 13 минут. Ну, мы уже, если что, идем. Так, давайте сразу бафнемся. Поехали. Ну, давай сначала на этих собак. Бэм. Ваншот. Главное попадать еще по ним, да? Вот ловкости у нас слабо, маловато очень. Типа не всегда попадаем. Так, это пентаграмма наша. Блин, как же долго. Ну ладно. Это опять же надо качать эти пентаграммы. То есть вот так скучно. Так, хорошо.
теперь это наша пентаграмма. Давай эту забирать. Ну, давай, атакуй. Хорошо. Ну, и эту забираем. Собственно. Так, потом еще страж останется. Герои стали сильнее. Да ё-моё, сколько можно становиться сильнее? Как насчет наших монстров? Сделать немножечко сильнее. А, другое дело. Так, ну у нас хотя бы ребята уже... уже не сидят. То есть вот это вся энергия-душ, которая у нас есть, да? Надо 214. А, ну вот один там это, сейчас помрет, и будет у нас энергия душ. Так, тут дело сделано, да? Пошли стражу месить. Так, 214. Хорошо. Хозяин, вот уже 19 на 21, нормально. Плюс-минус, честно. Так, забираем последнюю пентаграмму. И, кстати, 2 минуты у нас осталось до следующей волны. Хероев. Ну, этих воров, извините. На героев они как-то не сильно смахивают. Эх, как все идет. Прям как по маслу. Великолепно, хозяин. Вы заняли все пентаграммы. А у тебя, вижу, друзей увеличивается. То змеи, то теперь сопляки рядом тусуются, да? Ну, кстати, благодаря этому у нас теперь дохрена лимита монстров, да? То есть 56. Классно. И вновь группа разбойников направляется прямо навстречу побоям. Примите их, как полагается. Примем, примем, не переживай. Сейчас только надо немножко разогнаться мне. Эч, побежали. Подожди, а там же 2 минуты вроде было, нет? Или я что-то пропустил? Так, опять тут принимаем. Слушайте, это роковой перекресток. Перекресток смерти какой-то прям. Охренеть. Угу. Да можно такими темпами, получается, и подкрывать двери героев уже. Типа, а чё бы, собственно, нет? Типа, раз, два, и все, и вроде как не сильно, знаете, и критично. То есть вообще не критично, я бы даже так сказал. То есть герой, ну, то есть злодей наш уже прокачанный более-менее. О, новые очки. Давай немножечко в интеллект, больше маны будет. А тут есть что-то? Да, есть. Так, ну давай тогда преобразованием пентаграмм. Я уже сбился со счета, в который раз это происходит. Но вы уничтожили очередную банду. И я этому рад. Меня всегда поражает, как вы каждый раз умудряетесь хоть немного, но повысить уровень жестокости. Защитники животных с поверхности просто лопнут от зависти. Так, мы спускаются к нам. У нас тут всегда весело. Так, ну что, ждем следующую банду. И это будет предпоследняя. Я даже не знаю, стоит ли вам вырезать этот момент, типа, да, вот, как бы, перед следующей волной. Опа, это что такое? В подземелье проникла группа до отвращения благообразных воительниц. Однако они хотят напасть не на вас, а на вашу добычу. Груз золота. Вам нужно уничтожить отвратительных добродушных тварей, пока они ничего у вас не стащили, хозяин. Ну, самое главное, чтобы они тут это... А они тут как, просто патрулировать будут, да? 26 уровень. Ну, давай проверим, насколько они прочные. У нас там это, есть неуязвимость? Неуязвимость. Круговой удар, кстати, что у нас не назначен? Сюда. Неуязвимость. И давай вот эту штуку поставим. Так, где там эти воительницы? Иди сюда. А ну, стой! Это, кстати, доп. Задание. Городская стража. Опа, поехали. Скелетиков давай сюда сразу. Я без своего батальона костяной колготки никуда не пойду. Ну да, они более-менее прочные. 26 уровень как-никак. Ну, в принципе, умирают они точно так же, как и остальные. О, испытание пройдено. Класс. Что дали? Ни параметров, ни очков не дали. Наверное, какой-то свиток дали. Да, хил. Самое бесполезное, как мне кажется. А, давай ледяной щит. Угу, хорошо. Ну, такое себе. Двоих убили. Подожди, а тут их всего 4. Где пятый? Или пятая? Еще какая-то дверь. Кстати, можно ее открыть.
Да, сейчас надо пробежимся по всем дверям, пооткрываем их. Я хочу себе очки навыков. Никогда лишними не будут. Если честно. А, вот еще одна, да? Или нет, стоп. А, вот идет. Так, скелетики, помогаем. Хорошо, и последнее. Так, там у нас через 3 минуты банда пойдет. Хозяин, ну и ладно. Воры вновь выбрали новый путь. Ну и что, пусть идут. Мы, как говорится, не против. Кстати, там есть у нас этот... прокачка? Да, есть. Давай, 20. Хозяин, ну, хоть чуть-чуть сравняемся. Вам удалось прогнать всех воительниц из подземелья. Надеюсь, они сюда больше не сунутся. Да пусть идут. А мы тут всех готовы принять. С хлебом, солью, с пиздюлями. Сейчас вообще пойдем пооткроем все входы, выходы. Сейчас уже 7-й будет, да, по счету. Потом 8-й. Тут еще, кстати, где-то был проход один. А я так понимаю, некоторые скрыты здесь входы эти. За нашей сферой влияния где-то. Я некоторые не вижу. Вот один где-то здесь был. Если я правильно помню. А ну-ка. Вот где-то здесь, да-да-да-да-да. Надо просто, наверное, тут пентаграмму лягушек поставить, чтобы видеть все в округе. Вы открыли новый вход для героев, хозяин. Да, это я знаю. Так, пошлите к следующему входу героев, вот сюда. Ну, а чё бы нет, пусть будут. Пусть повыходят эти пососные герои. Мы им покажем. Злодейскую мать. Так, идем сюда. В целом у нас все хорошо. Тем более, пока они там выйдут через 10 минут, у нас уже миссия закончится раньше. А очки навыков получить это полезно. Вот этот еще вход хозяин, надо открыть, да? Кто-то нападает на вас. Кстати, нам сюда не хватило, да ладно. А ну давайте еще лягух. Это очень странно, что нам не хватило немножко. Открыт новый вход. Давай сюда. Испытание пройдено. Искатель бумажников. Че, какие бумажников? Ладно. Еще одна группа воров проходит через ваше подземелье, хозяин. Как там говорится? Ах да, схвати их, тигр. Нет, неправильно, не тигр. А злодейское зло. Так, ну побежали. Хозяин, на вас нападают. Ой, да ладно тебе. Ну подумаешь, нападают, что первый раз что ли? Так, они быстро, кстати, бегут. Бегом! Архизлодьянин. В погоню. Не, ну, в принципе, с навыком ускорения это не так-то сложно. Опа, мимо. Извините, занесло на повороте. Одна из ваших ловушек только что убила героя. Ха, вот лох. Бывает и такое. К сожалению, да? Не понимаю, неужели эти воры просто не способны ничему научиться? После этих многократных попыток можно было уже понять, что ничего у них не выйдет. Но ведь нет, эти чурбаны неисправимы, они снова отправляют очередную группу. Ну что ж, их глупость — это наша удача. Очередной фургон золота выгружается в вашей сокровищнице. Шикарно. Так, ну остался последний, да? Пул неудачников. Так, мы бежим сюда. Герои там еще немножко масла в огонь подливают. В таверну, как сказать? Рухают ваши подземелья, хозяин. Героев на самом деле подземелья у нас достаточно, но они что-то умирают быстро, да? Да, я, типа, ну, они даже ничего не успевают сделать. О, кстати, не хватает нам энергии душ. Что-то маловато. Кстати, 68 теперь у нас. Хорошо. Ну, лимит населения. Так, тут герой выходит, тоже он что-то там пошел, погулял. Тут надо, наверное, завлекалово каких-то поставить, так подозреваю, да? Чтобы они сюда шли. У нас, опять же, с энергией душ проблемы. Так, вот еще проход. Сейчас его откроем и посмотрим. Походу, это последний. А может быть и нет. О, кстати, золото валяется на халяву. А там было какое-то задание собрать золото, да?
Ладно, героев много не бывает. Откройте все входы для героев. Открыт новый вход. Это еще не все? Угу. Значится, где-то еще есть. Вопрос, конечно, в том, где. Наше подземелье называют скучным и неинтересным. О, может быть, это здесь. Тут какой-то проход мы же открыли. Давай сюда пробежимся. Где-то еще один вход для героев. Так, 3 минуты осталось до конца миссии. Шикарно. Там герои лазят всякие. У нас тут проходной двор вообще, как я понял. Опа, это что за срань? Шестиногий зверь? Давай заберем. Логово монстра просто так стоит. Нормально, да? Тут можно копнуть герои вообще. Герои разозлились и отправились к сердцу вашего подземелья, хозяин. Не совсем понятно, что и как и куда, но пусть будет. Я вот не могу найти еще одного логова монстров. Ой, логово героев, откуда им выходить будут. Вроде как все открыли. Вот тут может быть еще одно есть. Давай сюда. А тут пока пусть покопают. Это шестиногие звери. У нас они есть. Тут остались у нас только каменные стражи. Мы их пока не умеем делать. У нас нет логова. Да, тут что-то еще есть. А ловушки там продолжают героев резать. Ну, собственно, то они и ловушки, да, чтобы их нарезать. Мелко шинковать. Герои разозлились и отправились к сердцу вашего подземелья, хозяин. Еще крылатых змеев давай сюда закинем. О, вот еще одно, да. Был открыт новый вход. Так и? Это еще не все? Да ты что, серьезно? А какие еще есть входы? Сколько их тут вообще? Жесть. Я просто в шоке. Сколько еще входов героев здесь? Спустился. Воры обнаружены, хозяин. Вам следует сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться. Сделаем. Главное бежать, роняя кал. Слушайте, ну что-то мне это немножко не нравится. Я хотел задание выполнить, а в итоге нет. Вроде все входы пооткрывал я. Даже нашел те, которые, ну, скрытые вроде как были. А все равно ни хрена. Тут может быть где-то еще один вход. Герои разозлились. Обидно. Отправились к сердцу вашего подземелья. Хотел выполнить задание, в итоге не сделаю его сейчас. Только что разделал, ну и срать на него. Из ваших героев, хозяин. Ваше подземелье. Главное, что миссия выполнена. Скучным и неинтересным хозяин. Ну или почти выполнена. Я так подозреваю, это противопоследняя банда. Бессмысленная жестокость никогда не прекратится. Хе-хе-хе. Замечательно. Это просто замечательно. Вы успешно уничтожили 8-ю группу воров. И их золото отправляется в сокровищницу. Аминь. О, да. Это была вся миссия. Ну, она довольно легкая была на самом деле. А наша сокровищница ломится от золота. Так и должно быть. Честно вам скажу, эта миссия не такая интересная, как предыдущая была, и как со слизнями это все было, да. В принципе, прикольная, но она такая, знаете, скучненькая немножко. Тут даже самый рассказчик шутил на тему того, что миссия скучная. Так что, наверное, я вам даже ничего вырезать здесь не буду, оставлю вот часовым куском, как есть, и загружу на канал. Ну, а если вы хотите не пропустить продолжение, потому что, возможно, миссии следующие будут намного интереснее, то подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте и нажимайте на этот чертов колокольчик во имя всеобъемлющего зла. Ну, не забывайте про ссылки в описании. На этом все. Увидимся с вами в следующем видео этого прохождения. Всем пока!